Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, шестой день, якобы, и забираю с тобой этот замечательный сундучок. Все, да? Это мы пропускаем. Так, у нас было обновление, что там у нас обновилось, я не знаю, ребят, события меня интересуют. Ну вы серьезно, вот как я захожу в игру, блин, сразу же, ребята, блин, событие будет через двое суток. Да что за бредотня, блин, какая-то? Специально так делает, что ли, игруха, блин, я не понимаю. Постоянно вот такое вот происходит. Как только заходишь в игру, все. Ветер здесь и вправду очень сильный. Я едва себя слышу. 600 миллионов рыбы, это хорошо. Ну что, тебе удалось вовремя добраться до яиц? Что? До каких границ? Не границ, яиц. Я яиц. Ах, похоже, там был не слабый ветер. Какой третий? Там были только мы, без зубиком. И не переживай, с яйцами все в порядке. Икинг аж оглох от воющего ветра, зато флюгер работает, теперь мы точно знаем. Поверь, мы ночью лаем. Чё? Склад железа, ну же, неужели они не видят, что его пора снова расширить? Обещаю, ворчун, я прокрадусь туда в последний раз. Видишь, никто ничего не заметил, это последний, ой. 40 железа, ребята, ох, нормально. Бабулька-то это. Тише. Пока тебя кто-нибудь не услышал. Прошу, Готи, никто не должен знать, что я здесь. Я отдыхал в смертельном болоте, но так сильно переживал, что решил вернуться и проверить, все ли в порядке. Они справятся, не волнуйся. Спасибо, что не выдал меня. Надеюсь, ты умеешь держать язык за зубами. А, забудь. Склад железа опять кто-то улучшил. Кто бы это мог быть? Хм, я спросил у всех, если они знают, то молчат как рыбы. Не думаю, что на Олухе найдется кто-то, кто бы не хотел похвастаться проделанной работой. Может, это кто-то не с Олуха? В смертельном болоте в последнее время как-то неспокойно. Я полечу туда и проверю. Смертельное болото. Хорошее место, чтобы спрятаться, и отличное место, чтобы потеряться. Поищите страхокола, друзья мои. Страхокол, поиск. Друзья мои, 112 уровень должен быть без зубик. 112 уровень, вы серьезно? А у него только 105 уровень, блин. Слушай, хорошую штучку нашли. Так, у нас, я так понимаю, ребят, с древесиной. Ну да. С древесиной у нас все полный Алис Гуд. Что бы нам сделать? Я не буду ее, наверное, прокачивать. Подожди, вернись. Дай, господи, вернись. Ты же у нас за деревом летаешь. Так что лети за деревом. Эх, водорезик, водорез. Ну-ка, Йохан, что там у тебя? Отказываемся. И тут я тоже, ребята, отказываюсь. Я не хочу просто тратить руны. На что? Что за фризило-то, господи. Так, ты за рыбу, да, работаешь? Пока постоишь, ты за древесину. Вот за древесину, пожалуй, ты полетишь. Так, дай-ка я, ребята, хотя... Ладно, рыбу я заберу. А древесину пока не будем забирать, потому что... Ну, потому что ее у нас и так хватает. Обучить. Так, ребят, гнильца я отправляю на обучение. А этого отправляю за древесиной. Также и этого отправим за древесиной. Так, вперед. 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 Так, а ты у нас... Нет, да какой там ему до титана, ребят, как до Китая. Блин, да, как до Китая раком. Я думал, неужели с первой попытки он станет у нас титаном. Да как бы не так. Утритесь, он сказал нам всем. Не пойду я, говорит, ни в какие титаны. Не хочет он переходить пока. Я не знаю, почему, ребята, они не хотят, блин. Я считаю наоборот. Если ты переходишь в титан, ты становишься сильным. Так, теперь с этим, блин. Теперь с этим будем париться, а. Ну, тут хотя бы сразу пол шкалы забило. Нормально, нормально.
не ровен час, он, ребята, прокачается у нас. Так, огнепек. Давай огнепека чуть-чуть прокачаем, наверное. Чуть-чуть. Правда, я сам не знаю, зачем я его отправил на прокачку. Так, невеста кривоклыка. Здесь. Этот, ребята, требует столько же практически, сколько наш беззубик. Почему такие ценники, блин? 120, блин, 3800. 3800, ну ты представляешь ценник? Это все железо, которое я, блин, собираю, должен, блин, сбагрить за одну секунду, чтобы он, видите ли, получил уровень. Давай, лети. А ты прекрасно же знаешь, что я коплю на что, ребят. Во-первых, я коплю да что ты делаешь? Во-первых, я коплю руны для нашего нового островка, который через 500 рун, ребята, у нас появится. О, хорошая эмблемка. Ты красавчик, что ты ее нашел. Так, давай вперед. Вперед из песней. Так, по-моему, этого мы, да? Камнеглота вроде бы. У него всего лишь 27 уровень. Да пускай тренируется, ребят. Так, тут древесина. Ну что-то там у нас. Жетон она мне дала. Ага, зеленый смерть мне дала жетон. Так, здесь листочек. Листочек. Это все, конечно, понятно. Блин, ну что, если нам его надо, ребят, прокачивать. А рыбы пока, как ты видишь, нету. Я могу. Я могу его в приключение. Блин, ну там приключение. Три этих придется ждать. Может быть, на поиски кого-нибудь. А кто у нас там из... Кого он там может? Да, едет ПРСТ. Спасен один, спасен один. 144 уровень нужен, чтобы он пошел искать смертокрыла. 112. И вот страхокол, ребят. Тройной удар у нас есть. Буйволорд. Есть, да, этот? Вот у нас нету, ребята. Ветрокрыла редкого. Давай попробуем, может быть. Может быть, вдруг не зайдет что-нибудь на игру, и она мне даст этого редкого дракона. Хотя я сомневаюсь. Так, ну что там у тебя, кривоклык? Показывай, что ты нам, шестеренки свои подкинешь? Ну, понятно. А выпадет либо шестеренка, либо кувшин. Но все-таки шестеренки. 25 штук. 25 штук. Я его отправлю. Подожди, подожди секунду. Я помню, что нам кривоклыка тоже надо было прокачать. Ну, блин, у нас с рыбой. Вообще, с рыбой тут офигенные, ребят, проблемы. Вот для меня. Надеюсь, когда мы с тобой новый остров купим, там будут у нас рыбные места, где мы можем с тобой дополнительно поискать, наловить рыбы. Угу. Так, прочь. Всех, всех отправил, да? И Громгильда всех. Так, ну что ж, давай мы, наверное, заберем пак бесплатный, который у нас есть. Престиголов кошмарный, шторморез, громобой защитник. И немножечко рун забрали. Так, тут у нас чисто древесина только осталась, да. А тут что у нас? Начать сезон. Так, ну я так понимаю, это эти бабочки, как они там... Как они там называются, я уже забыл-то. Так, еженедельку заберем. Так, и что у нас тут? Смертифлор. Нифига себе, смертифлор. 8800, ребят. 8800. О, 120 железа. Это
классно. И еще три струн. Вообще шикарно, ребят. Так, купальня Хугина потом идет. Как бабочки-то называются? Я уже не помню. А что такое тут 7? А, вот, сезонные коллекции. Так, что у нас тут? Что-то мы нашли? Забрать все. Так. Итак. А высшая награда, друзья мои, 1250. Ты прикинь? Так, а где еще? Вот здесь, да? Так, он уже отмечен. Вот здесь вот. Так, 50 рун. И, блин, а тут один блестящий янтарь. Ух ты, а вот это... А где такую статую взять? Блин, статуя прикольная, мне нравится. Это Икинг. Статуя Икинга. Так, здесь у нас тоже, ребята, что-то есть. Где? Получить. Так, тусклый янтарь сотка. Подожди, плюс 20, перейти, плюс 20. А что? Блин, что-то я немножко не догнал. Что это было сейчас? Уже скоро. Крольчатник мечты. Яркая кладка. Яичный бум. Белая коллекция. Улов года. Улов года. Получить. Тусклый янтарь, 50. Угу. Так, а где еще-то? Вот здесь, да? Лучший праздничный набор. Получить. Блин, ну этот же у нас есть. Почему перейти плюс 10? Не могу догнать. А, это огнеборец. Огнеборца нету, ребята, у меня. Нету, нету, нету. Огнеборца у меня нету. Так, ну что, я там все забрал. Давай быстренько. Оп. Слушай, ну тогда пошли набьем хотя бы паки Одина. Ну а что делать, ребят? Ужасное чудовище, громобой, шепот смерти, экзотический шепот смерти. Ставлю, ребят, на открытие. Я тут точно все же сделал вроде бы. Блин, если бы у меня было бы дофигища рун или куплено строк, я бы, наверное, ребят, скорее всего, пошел бы и сбагрил бы излишки. А излишек у нас, интересно, много? Давай глянем. Но тут по одному. Это у нас... Давай вот обычных глянем. Вот смотри. Блин, ладно. Уговорили. Блин, ну на обычных как-то не особо хорошо. Давай посмотрим. Вот. Блин, можно отказаться? А на олухе. Драконы не найдены. Это обычные. Необычные. Вот необычные уже. В плане. Без фильтров поставь. Вот. Все равно. Все равно, ребята, 50. Хорошо, редкие. О. Сколько дает? 2400. Ну, это уже получше, ребят. Лохматый вой. Сколько перепугу? У меня 6 2 6 уровня. Лохматых воя. Непонятно. Так, здесь все. Это редкие. Эксклюзивы. Эксклюзивы, конечно, вообще давали бы шикарно, но у меня, видишь, все под расчет, как бы. Премиум. Ну, про премиум я вообще молчу. Про премиум я вообще, ребят, молчу. Ну и без фильтров это абсолютно все. Ну сколько мы там накопили?
Какие красавцы. Ну что, давай попробуем. Бронзовая. Так, рыба, рыба. Древесина, древесина. Пугало. Давай в сокровищницу пугало это отправим. Так, и там у нас еще, по-моему, есть на один билетик. Давай добивать. А сколько тут дали-то? Блин, что-то я не посмотрел. Ну, где-то сотку, да? Соточку мне дали рун. Кстати, это нормально. Я отбил почти все свои затраченные руны. Почти, ребят. Так, тусклый инвентарь, говорят, понадобится тебе на дракона. Значит, пока мы не будем менять. Так, этого-то я забыл проверить. Забыл. Иди, родной, собирай ресурсы. У нас опять с древесиной полный завал, да? Полный, ребят, завал по древесине. 450 рыбы. Давай тогда иди собирай рыбу, раз ты не хочешь у нас. Точнее, он хочет прокачаться, но у меня нет возможности его прокачать. Древесины дофига, куда потратить, я не знаю пока. Железнозуба, не хочу его качать. Этот рыбу требует. А ты что? Давай, лети. Так, ну здесь вроде бы как все пока. Отправим буйволорда и... Не надо мне этого. Да в плане я кликаю-то куда? Я кликаю на... Че, совсем что ли брякнулись? Зачем ты мне яйцо? Я говорю, вот этого мне надо, блин. Я хотел древоруба, ребят, отправить мне. Тут мне нажимает куда-то, фиг поймешь. Ну все, остается у нас, друзья, только лишь... Подожди, а что я кого-то... Он же отправлен. Он же отправлен. Почему ты мне показываешь, что он... Вопль смерти на олухе. Так это понятно, блин, вопль смерти. Тут, в принципе, друзья, не очень-то много надо. Вот этот зуб, да, с этим зубом выполнить обмен великого смутьяна. Вот, на великого смутьяна. Нам нужно... Нам нужно вот эти вот... Циновку эту искать, или что это такое? 8 штук кувшины. И это, надо будет заняться уже этим плотненько, мне кажется. Вечно крыло можно поменять. Но я вечно крыло, ребят, не хочу. Он... Вообще как бы нам не нужен. Это для зеленой смерти тоже. Вот вопль. Нужно вот этих вот 5 зубов. У нас один зуб есть, нам нужно еще 4. Охренеть. Это почти насобирали. Это у нас какая-то мясная похлебка. Ее 2 штуки нужно найти. Вот с этим очень, блин, проблемно. Редко, когда выпадает, ребята, за древесину или за рыбу. Поэтому, вот, наверное, долго будем мы на это копить. Так, ну что, погнали тогда мы с тобой. Сделаем, заберем, ну, соберем 2 пака, откроем пак Одина. И на сегодня будем закругляться, а уже... Опять же, через 2 дня, через 2 дня я опять иду на работу. Опять у меня событие, блин, ребята, пролетает мимо кассы. Ну, что ты будешь делать, а? Как специально, куда ты лезешь? Так, подожди. Ну давай, так, хотя вот этот, ребята. Блин, вот начинается, а. Неужели Барсика ушатают?
Так, Мухинус успеем? Есть, уклонились. Так, Барсик пока живет, пока. Но сейчас будет массовый. Но, что ты будешь делать? Понятно. Что и требовалось, ребята, ожидать. Нельзя ему копить. Тьфу ты, он какой-то косой, как я не знаю кто. На тебе. На, такс. Ага, ага, ну. Я думаю, справимся здесь. Начнем с него. Закончим, наверное, с сарделькой. Да ну, ну что ты, ну как ты мог не добить-то этого? Ну ядрен матрен. Сейчас сарделька подключится, будет бомбить сюда, да? Конечно, блин, по самому слабенькому. Давай вшатывай тогда. Сарделька, я не знаю, вот так, наверное, все-таки лучше сделаем. Попробуем, ребята, ушатать костолома, если получится. Сейчас кого-то глушить будет он. Ага, он сделал не оглушение, ребята, он снял нас, запретил кастовать заклинания, ну и, как ты видишь, он понизил нам броню. Ну, мы потеряли Барсика, как всегда, блин. Барсик бедный дувается за всех. Нам даже хиляться не надо, давай понижаем ему броню, и уже потом, я думаю, Кривоклык. Да, Кривоклык его добьет, наверное. У нас очередной поединок. И здесь, в принципе, отряд, ну, прям для нас. Единственное, что опять костолом, но это фигня. Сейчас главное разобраться с Барсиком. Блин, костолом тут еще лезет. Так, мы сейчас будем залечивать раны. Уничтожать Барсика, вража. Блин! А, пониженная атака. Я думаю, что. Хе-хе-хей! Две атаки в минус. О, сейчас бомбанет куда-то. Не очень, конечно, мне это нравится. Оглушение, тут понижение атаки. Смотри-ка, как. Как они плохо. Неужели его уничтожат? Переключился, да? Не вздумай. Туда можешь бомбить. Так, добиваем этого охламона. Ну и остается у нас один одинешенек костолом. Твою налево. Неужели сейчас... Я думал, сейчас будет сюда бомбить. По пониженной броне. Но нет. Вот докопался, а? На тебе. Все, хана ему. Ну что, ребята, вот мы получили с вами два обычных пака и пак вождя. Так, шторморез, кошмарный престиголов, древоруб, душитель, ужас крылатый, водорез, парящий прихвостень, барсик. Вот так вот. Еще здесь две наградочки мы с тобой забираем. Шикарно. Ну что, ребятушки, вроде бы как и все. Древесину, конечно, я никуда не потратил. Я даже не знаю, куда ее можно тут сбагрить. Куда-то ее хотелось бы сбагрить, а куда... Да некуда, потому что... Все тут прям натренированные такие, все прям... Никто не хочет, ребят, идти и прокачиваться. Так, древоруб, что там? А, у нас даже нет, ребята, уже ни рыбных мест, ни мест для рыбалок. Так что потихонечку копим с тобой металл, потихонечку копим руны. Осталось, ребята, тысяча... Сколько тут осталось? 300, ну не 300, 230, 227. 227 рун, и мы с тобой приобретем новый островок. Я думаю, что это не так долго. О! О! Крылатый страж, ребята. Хоть немножко сбагрили
древесинки. Ну что же, а на этом, пожалуй, все. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!